уважаемые друзья, всем замечательного настроения, замечательного профитного дня. Сейчас буквально поступило пару вопросиков, ну, в принципе, от одной команды, и звучат они примерно так. Можно ли выйти из проекта пораньше, там, ну, то есть забрать обратно подарки? У нас не было этого, нет и не будет. Подарки все добровольные, безвозмездные, значит, безвозвратные. Подарки, которые мы дарим, нам никогда не вернутся. То есть нужно дарить их от чистого сердца, с добрыми помыслами, понимаете? И не переживать. В нашей жизни мы теряем огромное количество денег. В нашем проекте мы не можем потерять деньги в априори. Мы можем сделать только добрые дела, подарить. Вот этот момент крайне-крайне важно понимать. Сейчас запишу еще пару роликов, видеокружков, длительность всего 1 минута. И расскажу о той ситуации, которая у нас происходит, на каком этапе мы развития, что в ближайшие дни вам ждать. Так, друзья, второй вопрос, который периодически звучит, это, ну, возникают определенные сомнения у людей, а будет ли бот, сейчас идет предстарт, сбор якобы денег, еще раз повторюсь, не сбор, а предстартовая возможность сэкономить и предстартовая возможность, причем колоссальная возможность, заработать. Что люди сейчас получают? Люди сейчас получают скидку. Они получают 1,5x, 2x, 3x. То есть вместо 10 тысяч 15 тысяч, вместо 20 40, вместо 30 и более в 3 раза более. То есть 90 тысяч и больше. Огромное количество людей уже зарабатывает деньги. 5, 10, 20, 30 и более 100 тысяч в день. То количество лидеров, которое присоединилось, оно просто умопомрачительное. И я уверен, что в этом проекте, даже страшным, даже мне страшно представить, мы побьем определенные рубежи. Более 1 миллиона участников, это не просто реально, это будет. И это важно понимать. Друзья, сейчас хочу обратиться к скептикам, критикам, к пессимистам, которые говорят, что бота не будет, слишком долго затянулся старт. Бот будет. Есть успешный кейс проект статус 7.0, который гораздо тяжелее, чем проект подарки на карту. Но у которого маркетинг сотни раз уступает по потенциалу проекту подарки на карты. Новая команда программистов, если быть точным, 3 команды программистов работают днем и ночью. Скоро мы запустимся. А сейчас нужно пользоваться предстартом, акциями, возможностью формировать первую линию, работать в глубину, зарабатывать деньги. И важный момент, друзья, я же тоже получаю подарки. На данный момент я получил меньше 1/1000 от того, что могу получить. И что меня останавливает, это как раз реализация бота. Поэтому, друзья, у меня мощнейшая, самая мощная мотивация. И важная мотивация также не подвести каждого из вас. Добро! Друзья, всем привет! Сейчас я вкратце за пару минут расскажу о том, как ваши матрицы в проекте «Подарки на карту» будут заполняться, и о том, на что следует внимание обращать, а на что не следует, причем крайне не следует обращать внимание, чтобы не засорять свое сознание и сконцентрироваться, сфокусироваться на самом важном, то, что принесет вам деньги. Итак, у вас, у вашей команды первого уровня, в глубину до 5 уровня будут матрицы. Этих матриц будет разного номинала, все больше и больше, количество будет увеличиваться. Допустим, вы пригласили 10 человек. Эти 10 человек встанут не в вашу матрицу, а к вашим вышестоящим партнерам. С 1 по 5 по реферальной связи, кто кого приглашал. Далее, ваши 10 человек пригласили 50 человек. В среднем каждый пятый, то есть 50 делим на 5, в среднем получается каждый пятый, итого 10 человек встанут сверху вниз, слева направо в вашу матрицу. И таким образом глубина партнеров со 2, с 3, с 4, 5 уровня, в среднем каждого пятого будут автоматически направлять вам людей. Соответственно, за минимальный промежуток времени, с минимальными затратами финансовыми, энергетическими, вы получите огромное количество людей в своей матрице. Несмотря на то, что у нас матрицы так называемые длинные, 2046 мест, 10-уровневые, заполняться они будут максимально быстро. И это мы сейчас с вами рассмотрели только первый способ заполнения матриц, командный способ. Второй способ, рандомный. Все партнеры, кто не дожидаясь получения 5-6, захочет себе сделать дополнительную клоновую матрицу любого номинала, заходит в наш бот, нажимает «Активировать дополнительную матрицу». Система говорит, в нашем проекте сейчас, например, 20 тысяч матриц, выберите любое число в строке сообщения, отправьте. Если, например, под номером 4 в данный момент времени
ваша матрица. Сверху вниз, слева направо, к вам человек присоединился. И если это первый, третий, либо десятый уровень, то вы получаете подарок. Третий способ. Управляемый рандом. Всего за 500 рублей вы сможете все свои матрицы разного номинала, по одной штуке каждой матрицы, каждого номинала, переместить на порядковый номер один. Что это вам даст? Каждый шестой подарок, полученный всем нашим комьюнити, любым участникам, автоматически направляет людей в матрицу под номером один. То есть от 0 до 2046 мест может заполниться за одни сутки. При условии, если вас никто не сместил. Что такое сместил? Это когда другой участник 500 рублей проплачивает, тогда ваши матрицы, которые были на позиции номер один, смещаются на позицию 2. Потом смещаются на позицию 3 и так далее. Но это не означает то, что ваши матрицы не будут заполняться. Также рандомно самые популярные цифры будут от 1, а если быть точным, от цифры 2 до цифры 31, куда люди смогут нажать пальчиком и занять место. Вот таким образом, друзья, будет бесконечный поток подарков. Наш проект, он долгосрочный, максимально выгодный. У каждого человека мощнейшая мотивация рандомно активировать дополнительную матрицу и получить, иметь возможность получить до 1034 подарков. Приглашать тоже выгодно. 50% сразу получаете и получаете с каждой матрицы своего лично приглашенного до 532 подарков. Работать с командой в глубину тоже выгодно. Потому что вы получаете с их матриц 32 подарка, 64, 128 и 256. С их матриц с разных уровней, с 5, 6, 7 и 8 уровня соответственно. Поэтому, друзья, вы в правильном месте, в самое нужное время. Сейчас идет предстарт. Задача экономить, задача приглашать, задача зарабатывать 50% сразу. И задача после официального старта зарабатывать тысячи, десятки тысяч, а некоторые из вас сотни тысяч подарков. Минимальный потенциал каждого из вас, что вы здесь можете заработать, это более 10 миллионов рублей. Минимально. Маркетинг очень продуманный, грамотный. Он создавался примерно год. Вот просто вдумайтесь. Около 10 месяцев днем и ночью разрабатывали этот маркетинг. Это инновационный маркетинг. Аналогов в мире нет. Самый крутой вообще, самый бомбический, самый лучший. Но это просто пока слова. А проверим мы с вами в ближайшее время. Каждый день сейчас дорог, каждый день год кормит. Включаемся в процесс. Ноль сомнений. Движение только вперед. С этим проектом, с подарками на карту, ваши мечты станут реальностью.